На Брафе зашли к другу Канье Уэста. И вот что мы видим. Противоосколочная маска. Вот такие в Первую мировую люди делали себе, чтобы хоть как-то защититься. Глаза, лицо от осколков. Видишь, как это актуально сейчас, учитывая, что войны везде все больше и больше. Интересная вещь, конечно. Я занимался когда-то. Моя тема была первая. Это оружие антикварное, военное, разные вещи. Хорошо в этом во всем разбираюсь. Ну, Аксель Вервордз, самый-самый такой наш бельгийский антиквар и дизайнер интерьера. Видишь, он гораздо дальше идет, сколько у него тут всего. Видишь, разные вещи. Ну, приятно, конечно, видеть, что он настолько разносторонний. Именно поэтому, наверное, самый крутой из галеристов, из наших, из бельгийских, именно он. Потому что человек разносторонний. То есть и археология у него, и современное искусство, и вообще все, что угодно.